Никто в нашем городе не слышал о санатории «Сосны». Тем, кто здесь еще не отдыхал, пора над этим задуматься. Санаторное учреждение первой категории, которое, к слову, в следующем году отметит свое 30-летие, создавалось для оздоровления работников нефтеперерабатывающего завода. Но сегодня приобрести путевку и поправить свое здоровье может каждый желающий. Квалифицированный персонал, современное медицинское оборудование. Надо отметить, что оно здесь по последнему слову техники. Например, магнитотурботрон – единственный в области. Аппарат применяется в различных областях медицины, оказывая воздействие на весь организм. С 2014 года используем в своей работе магнитотерапевтическую установку магнитотурботрон. Это общая магнитотерапия. Методика была разработана для реабилитации космонавтов после полетов. Ну, в конце 90-х годов начала использоваться в традиционной медицине. Показаний очень много. Аппарат зарекомендовал себя очень неплохо. Используется как в онкологии, так и при заболеваниях опорно-двигательной системы, желудочно-кишечного тракта, артериальной гипертензии, заболевания щитовидной железы, миома матки. Оснащены в «Соснах» и физиотерапевтические кабинеты. Сухие углекислые ванны, криотерапия, мини-сауна, кедровая бочка. А эта небольшая комната имитирует соляную шахту. Одна из новых процедур – СПА-аппликация. Очень пользуется популярностью среди женщин. Мужчины, наверное, наши стесняются, хотя мы тоже их приглашаем на такие процедуры, потому что это не только для красоты, хотя кожа приходит в идеальное состояние, уходит целлюлит, уходят сантиметры, но еще плюс организм очищается от шлаков. Вот у нас сейчас есть такое обертывание шоколадное, имбирное, очень популярное у женщин. И плюс за счет использования термоодеяла у нас усиливается эффект от обертываний. Один из лучших в районе точно – кабинет стоматолога. Современное оборудование для лечения зубов. А буквально на днях в арсенале стоматолога появилась специальная камера. Благодаря прибору можно рассмотреть кариес в труднодоступных местах, выявить микротрещины. Да и самому пациенту увидеть, что творится у него во рту. Можно сделать и фото. Недавно нам сделали монтаж камеры, которая тоже была приобретена для, в общем-то, как? Для удобства, наверное, больше пациента, чтобы он видел, как он чистит полость рта, зубы, в каком состоянии у него зубы, чтобы он это увидел и, наверное, испугался, может быть, или обратил внимание, наверное, так. Ну и потом, когда человек приходит через какое-то время, мы имеем возможность показать ему результат, например, как мы полечили, какой результат, как он правильно ухаживает или неправильно за полостью рта. Для этого как бы камера облегчает контакт, наверное, пациента и врача. Здоровье в «Соснах» течет даже из крана. На территории санатория расположены две скважины для добычи минеральной воды. Вода у нас уникальная, потому что она содержит органические вещества, гуминовые кислоты, которые являются природным антиоксидантом. Очень хорошее действие оказывает на печень, на мочевыделительную систему. Вот она имеет такой характерный цвет, немножко темный, за счет гуминовых кислот, про которые я уже говорил. Схожая по составу вода в Беларуси отсутствует. Вот. Имеется подобная скважина в Польше и в Германии. Лечебный корпус, сердце санатория «Сосны», а зоны отдыха, детские и прогулочные площадки, комнаты, обеденный зал – его душа. Попадая сюда, отдыхаешь физически и морально, что так важно при нынешнем ритме жизни. Илона Шавловская, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».